последнюю субботу уходящего календарного лета Тугай вновь, который уже раз встречал любителей летней рыбалки на берегу реки Белой. Здесь, в республиканской рыболовной клуб «Акидель», в очередной раз проводил летний фестиваль Fisher02.ru 2017. Погоде хотелось угадать, и все-таки думали, что вода немножко спадет, но, к сожалению, в этом году... Олег Янтураев, администратор сайта Fisher02, и он же главный судья соревнований, четко и доходчиво объяснил всем, что, где и как. Ну что, и вперед, на свои места, под зонам. Ну а зоны-то растянулись по берегу где-то километра на два. И вот что-то нынче воды-то поболее и берег покруче. Отведенный час на подготовку прошел, пора начинать. Запись, давай! Как говорится, если рыба есть, она должна есть. Поэтому без прикормки никуда. Не баловала нас погода этим летом, а сегодня прям как под заказ, и солнечно, и тепло. Сам бы с удовольствием посидел на берегу с удочкой, но приходится пока только наблюдать. Но вот не клюет почему-то пока рыбка. Одни пустые садки. Можно немножко и подремать. Ну а кто не спит, тому везет. Кому-то побольше, а кому-то поменьше. Ну, может, десятая, не знаю. Ну, вся мелкая. Ну, что-то не идет больше. Что-то не нравится.
спи, попалась зубастая. Ох, и весело же идут дела у детей спортсменов-чемпионов. Это Наталья Николаева. Ну а это Арина Чудова. Ждем, 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 ждем. Капитаном Модо, а по совместительству диджеем, мы с удовольствием прокатились на его лодке «Белянка» вдоль берега с рыбаками, участниками соревнований. Центральной площадке уже разложены призы от многочисленных спонсоров для победителей, которых и определит взвешивание выловленного улова.
А вот торжественная часть. Кто рыбу ловил, тот призы, подарки получил. А в завершении была еще и лотерея для зарегистрированных участников с большим количеством выигрышей. В общем, как всегда, праздник выдался на славу. Браво, Агидель!